στο χωρά. Κιωτέ. Кьоте вообще сейчас чуть ли не третьим центральным защитником играет. А Яя Туре оттянулся на его позицию. И этого, похоже, еще не все. Я имею в виду атакующий запал сборной Кот-д'Ивуара. Опять такая же атака практически под копирку. Что делает само присутствие Драгба на поле? Вот вы видите, но я ничего не придумал. Вот он вышел и два мяча. Два мяча в течение двух минут. Сборная Кот-д'Ивуара забивает. Две схожие атаки. И это все с фланга, где Нагатомо играет защитник активный. Вот он сейчас не следит за тем, чтобы выполнять свои обязанности должным образом. Какой интересный болельщик. Из, я не знаю, из чего там, из гипса, из воска. Жервиньо. Да, фланг абсолютно пустой. И Нагатомо не успевает. Зато Жервиньо забивает. И опять Орье голевой пас делает. Опять делает голевой пас Орье. И, конечно же, я очень не люблю, никогда этого не делаю. Я никогда стараюсь ни одного плохого слова не говорить в адрес голкиперов. Но, конечно же, не без участия Кавасина. Этот мяч влетел в ворота сборной Японии. Больше не буду на эту тему говорить ничего, но, так или иначе, Кавасима, я думаю... Итак, Драгба вышел, и Кот-д'Ивуар дважды забил. Повтор голевой атаки, как я понимаю. Второй, да, второй голевой атаки. Ну, очень похожие мячи. Ликование. Ликование голкипера.